Дом у озера Металлострой обещают ввести в эксплуатацию до 30 мая. Долгострой в поселке возводят уже более 10 лет. Первое постановление о проектировании и строительстве здания вышло еще осенью 2004 года. Но работы на площадке начались только в середине 2011-го. И после начала строительства сроки сдачи неоднократно переносились. Сейчас жилой комплекс подключен к водо- и газоснабжению, ведутся работы по переоформлению технических условий на подключение дома к электросетям.